troll? Yeah, good luck trolling discreet Trevor. Тихо. Хотя это тачка этого федерала, так что похрен нам, по сути. Я бы ее нафиг бы разбил бы. Выказал бы ему, на что я способен. Тревор, конечно. Franklin, come on, you better take off. Really? Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Так, действительно, надо было переодеться нам. И почему Тревор... Ух ты, ни хрена себе. Обалдеть. Классный костюмчик. Так, и дайте угадаю, лететь буду я. Ну, конечно. Ну, вертолет, конечно, это классная вещь. По крайней мере, я могу справиться с ними. Так, чтобы сфокусироваться, ну-ка давайте. Так, нам что, вот сюда вот, что ли? Или куда нам? Ну-ка. Тихо. Да, походу нам придется высадиться именно здесь. У меня такое чувство. Так, подлетим. Ну-ка. Проверим. Да. Придется садиться, походу. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Так, спустись по тросу как ну, в офис управления. А, ну мы это видели, да. В трейлере геймплея. Так. Далеко ли, коротко ли нам к офису поползти? Так, сейчас я сунул штуку тебе взад. Да так, ух ты какая. Ничего себе, вот эта женщина. Обалдеть. Так, по-моему, пора разбивать окошечко. Так, выберите Франклина. Так, стоять. Так, наш дружок Франклин. Так, ты наш дружочек. Следующий. We got a window, T. Pull us out.
Так, готов этот. Опа, 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 опа. Блин. Так, давайте-ка переключимся. Я понял, что лучше переключаться. Нифига себе, пистолетик. Так, ладно. Как там вытаскивать-то его? А как он, чё так долго-то? Поднимает нас. Да блин, нифига себе он. А, надо было всех убить, блин. Чё-то туплю. Что-то сегодня я туплю. Да, птичек сколько. Вы что, издеваетесь, что ли? Сбить вертолеты? Обалдеть. Так, ну давайте приблизим. Так, минус один. Так, выбираем жертву. Так, по-моему, надо уже другого выбирать. Так. Так, а вот это уже, конечно, глупо, потому что... Так, желтую шкалу-то как раз можно, да. Блин. И ни хрена не попадаю, даже... Даже, блин, с замедлением времени, вот вы представляете? А, нет, слушайте, попадаю. Он, по крайней мере, горит, да? Да. Минус еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уже ракетки пошли. Ход. Так, патроны, я так понял, бесконечные. Тогда можно не жалеть их. Блин, ну автонаведение бы все исправило бы. Но нет. Так, все, горит. Наконец-то. Следующий. Пошел. В очередь, пожалуйста. Так, ну мы, конечно, это долго будем, блин, какой-то фигней страдать. Давай, давай, давай. Вертолетик-то, а? Туда-сюда, туда-сюда. Ну, наконец-то, прям в пилота я попал, обалдеть. Не знаю, как так получилось. Ну это реально круто. В задницу, обалдеть. Фонарь, фонарик. Капец, я бы ту тетку бы пристрелил бы на месте, но нет. Каким-то чудесным образом она, конечно, сбежала своей участи. Так, мы, наверное, можем сейчас переключиться, конечно, но... Пусть уж сам Тревор, Тревор-бот, точнее, опустится. Правильно? Чем сделаю это я. Так, лучше не стрелять, мне кажется. Хотя у меня руки чешутся нажать на пусковой крючок. Так, аккуратненько, главное, бот-то приземляется. Походу, не очень-то мы его спасли. У меня такое чувство, что конторка нас
ФРБ или как они там? Да, ФРБ не остановятся. Еще будут просить о заданиях и так далее. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Так, хорошо. Ну что, выполнено? Надо подождать, пока улетит. Конечно, за горизонт. Конечно, за горизонтом пока скроется наш Тревор. Все, скрылся. Так, Стив. Так, новый контакт Стив. Вот этот Стива бы пристрелить бы, честное слово. На месте бы. За все хорошее. Так, ну возьмем вот эту машину. Рейндж-ровер, блин. Так, погнали. Да, проблема у нас выше крыши. Но по сути мы как бы избавились от них. Но я чувствую, что это ФРБ. За нами все равно будет просить выполнять задания, потом им переделки. Я уже понимаю. Чую уже все это. Так, сейчас мы в другую сторону. Естественно. Майку домой поедем, чтобы переодеться наконец-то, а не ходить в майке-алкашке. Хотя, конечно, в Америке совсем другие стереотипы. Это как бы солидный человек в майке. Это у нас алкоголец, алкоголик и пьяница. Так. Так. Блин, а нам далеко ли? Или коротко ли? Блин, далеко как бы наш дом-то, я сказал бы. Так что давайте-ка другое задание сейчас. Переключимся, точнее, на негра нашего Франклина. Чем он там мается? Давайте посмотрим. Речнига наша. Так, тем временем он в стрип-клубе, да? А, нет. Блин, что ж вы переодеваетесь? Да все. Я хотел, чтобы вы в костюмчиках все с иголочки были, но нет. Видимо, нет. Уэстер, есть предложение, жду на пирсе. Ладно. Сколько у нас денег? Давайте посмотрим. Так, 296 тысяч. Да, не очень-то много. Да, блин, придется перелезать. Я вот так уже один раз зашибался. А там кучка гов... Да ё-моё. Кучка говна, я угадал. Да, даже больше. Еще одна какашка, чоп. Да, действительно. Почему именно на... Господи, это не говно, нет. Слава богу, это просто нет черепицы. Походу, у нас кто-то подворовывает. Или какой-то нигер слишком ленивый. Why, it's half my house. Now, I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homebolio. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's what I'm rich. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling.
Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. Это 7 долларов. Fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? You men are all the same. Ой, блин, Франклин молодец, умеет раздувать, конечно. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. По-моему, в нашей банде один белый. Откуда взялся этот нигер? Ну, я бы не сказал, что это нигер. Окей, белый нигер. Зашибись просто. Where's this thing happening? Down Grove Street. О, Grove Street. Ёкаламане. Вот это уже понимаю, братишки. Родное место. Grove Street. И там, я так понял... I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buy weight. Мы покупаем кокс. О, братишка, молодцы. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here... Нифига себе, негры на миксах гоняют. Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. Так, капец, одни балосы. Зашибись. Так, ты что там, оружие уже достал? А, нет. Наберитесь до дома. Вот как я люблю такие дела, которые с Чопом, блин. А так его жалко, нельзя на другие миссии взять. Да, Чоп? Courier service. Packages to collect. You got the grip? President accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. About a taste. No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me that back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Сраную унцию. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. Твою мать! Капец! Тревор вообще красавчик! Вот, блин, дела с Тревором иметь вообще классно. Я уже это понял. Так, порешаем их за все. Какого хрена? Теперь Баллас до Grove Street тусуется. Что за дела? Ребята, давайте-ка их выселим отсюда. Так, а где Чоп? Опа. Да, быстренько Чоп угнал. Братишка. Отлично. Так, а какие у нас стволы тут есть? Нифига, у нас даже снайперка тяжелая есть. Обалдеть просто. Ладно, пусть такая винтовка будет. ПП или микро... Нет, ПП. А, стоп, ну-ка. Тихо, 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 ты куда автоматически стреляешь? Так, тихо. Давайте, давайте, давайте по неграм этим. По балласам. Блин, что-то я не могу даже никого убить-то. Так, во, минус один уже. Так, минус второй, минус третий. Блин, как-то мне кажется, он тупо прячется. Так, давай-ка. Вот так вот, да. Да, обалдеть. Конечно, нас профессионально, можно сказать, захотели обмануть.
Так, берем-ка снайперку, ну-ка. А, ну да, автоприцел, конечно, не работает. Хотя он тут не особо нужен, но все-таки. Охренеть, он сдох сам. Обалдеть просто. На тебе по яйцам. Следующий. Так, вот еще на подходе негры. Блин, снайперка хорошая вещь. Надо уходить, окей. Блин, там все равно впереди они будут. Вот, блин. Ладно, бежим. Блин, тихо. Нифига себе. С такого расстояния попадают по нам. Так, стоп. Я резко меняю на другого персонажа. Потому что жизни у нас мало. Так, готов. Так, следующий. А вот теперь уже копы. Да? Так, теперь давайте садиться. А, так, следующий за Ламаром. А где Ламар? А, вон он. Блин, придется копов всех убивать. А это уже... Где-то 4 звезды. Вниз к реке. Нам хотя бы 3 звезды, тогда все норм будет. Потому что если там больше 4, это очень хреново будет. Как при ограблении. Когда будет 5 звезд, я не знаю, что там делать вообще. Какой-то гангстерский клип тут снимают. Я смотрю. Да, какого хрена мы делаем? Так, погнали. Фига себе, придется еще стрелять. Капец. О, одного убил все-таки. Блин, как же мне не хватает родной мышки, а. То копы, то балласы чертовы, а. Ладно, не будем его трогать. Видите, он уже врезался. Опять копы у нас тут. Зашибись. А какого хрена? Ой, блин. Тебя посмотрим, нигер. Даже ограбить его. Больно вообще-то. С чего они там стреляют? А, из вертолета. Уйдите от полицейских? Окей, а где? А где, я не понял? Капец. Что нам делать-то? Так, ну на воде я не знаю, сможем ли мы уйти. Этот чувак вообще тормозит, видите, куда он? Так, не, нам от полицейских 100% надо уйти. Так, там вертушка, я вижу. Что нам делать? Так. От вертушки просто так не скроешься. Нам надо как-то... Как Ламар действовать, давайте. Хотя там, видите, уже для нас приготовлено, как бы. Так, тут большой мост. Ну, придется нам вперед, назад, точнее даже, ехать. Ну, придется, потому что как мы вот от вертолета скроемся? Пока никак. Сами видите. А, вот видите, он как-то теряться начал. Потому что он тут, наверное, как бы не проедет. Хотя... О, полицейская лодка, нифига себе. Так. Нормально еду. Так, все, нас потеряли. Хорошо. Можно заехать. 3 звезды, это, конечно, нехило.
Так, ну-ка давайте перетормозим. Будем так вот, вот так вот наблюдать. Не, все. Можно сказать, оторвались мы с вами. Да? И приехали туда, где и были. Да? Ну что там А, во, все. Так, сафари на районе. Чувак, что тут такой грустный сидишь, а? Да. Блин, я думал, он хочет сесть на этот водный мотоцикл, а он куда-то пошел. Что-то сидел. Какой-то бред. Ладно. Так, пока что давайте на кулак переключимся. Майкл. Давайте на Майкла, на самом деле. 336. Что это значит, кстати? Что-то я не могу понять этого. То ли это уровень, тут какие-то уровни. Хотя хз.